В среду 5 августа губернатор Николай Любимов обратился к жителям нашего региона. Он отметил, что уже несколько недель в Рязанской области показатель заболеваемости коронавирусом медленно, но снижается. По его словам, Роспотребнадзор согласовал восстановление работы детских образовательных учреждений в обычном режиме с 10 августа, но не только. Дорогие рязанцы, сегодня региональный Роспотребнадзор согласовал важное решение. Восстановление работы детских образовательных учреждений в обычном режиме с 10 августа. Также с 10 августа смогут открыться кинотеатры, театры, цирк, но при условии заполнения зрительных залов не более чем на 50% и при соблюдении установленных рекомендаций санитарных врачей. Большинство ограничительных мер снято, однако жителям старше 65 лет пришлось длительное время сохранять самоизоляцию. Губернатор Николай Любимов отметил, что данная категория жителей, несмотря на все сложности, с пониманием отнеслась к ограничениям и ответственно выполнила все рекомендации. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что в конце прошлой недели я подписал распоряжение о продлении до 7 августа режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Этой датой мы завершаем период самоизоляции для данной категории жителей. После 7 августа и они смогут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Тем не менее, несмотря на открытие учреждений, остается важным бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. А от собственников предприятий все еще требуется четкое выполнение требований Роспотребнадзора. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».